РТС сегодня это, пожалуй, единственная некоммерческая организация в России, которая озабочена созданием инфраструктуры финансового рынка, в первую очередь, может быть, фондовой инфраструктуры рынка. Хотя сегодня наши члены партнерства сказали, что мы должны думать и в том числе о микрофинансировании, и о других секторах финансового рынка, которые развиваются сегодня в России. Сегодня я пришел, потому что у нас общее собрание. И, безусловно, на этом собрании подводятся итоги того, что сделано. Намечаются планы того, что предстоит сделать. Происходит обмен мнениями, позициями. Уточняется тот самый вектор, который некоммерческое партнерство, которому некоммерческое партнерство должно следовать. И я так полагаю, что, безусловно, такие собрания – это есть вещь необходимая для того, чтобы то развитие, которое НПРТС для себя выбирает, чтобы она действительно максимальным образом соответствовала пожеланиям участников рынка. Самая злободневная тема – это биржевая монополия в России. И, собственно говоря, там очень сильная зависимость бизнеса российских профучастников от состояния этой одной единственной биржи. Наверное, это один из главных рисков, который сейчас есть на нашем рынке. Ну, не говоря там, конечно же, о санкциях. Вот, но все мы надеемся, что санкции – это история временная. Мне кажется, два самых больших и важных проекта, которые делают партнерство сейчас, это, собственно, проект Санкт-Петербургской биржи по доступу на западные бумаги. Это там очень интересный нам, в первую очередь, проект. И, во-вторых, развитие расчетного банка, который есть в партнерстве сейчас. Вот, наверное, в моем понимании, с точки зрения бизнеса, два, наверное, самых больших и важных вопроса к обсуждению сейчас. Наверное, мы сегодня находимся на том этапе, что НП должно опять для себя понять, вот на каких проектах больше сконцентрироваться, какие условно закрыть, на каких сделать больше усилий внимания для того, чтобы дать больше пользы участникам рынка, российскому фондовому рынку. Сегодня было, на мой взгляд, очень содержательное и интересное собрание, на котором, с одной стороны, мы, как менеджмент и совет директоров, отчитались о выполнении тех основных направлений развития РТС, которые были утверждены на прошлом собрании. Эти направления были утверждены на 2 года. Мы подтвердили сегодня, что практически все из тех направлений, которые были утверждены, актуальны до сих пор –